Приветик! Сегодня мы будем снимать необычное видео. Я готовился к этому видео очень долго. Я приготовил необычный фокус для Патрисии. Тот, кто досмотрит видео до конца, он увидит что-то необыкновенное. Всем привет! Так, нам для фокуса нужна бутылка. Для фокуса нам нужна монетка, тряпочка, для того, чтобы фокус удался. Я тебе сразу говорю, что я к этому фокусу готовился очень-очень долго. Ты об этом не знала. Эту монетку мы ставим под бутылку. Вот. Она в бутылке будет? Да. Выставляешь. Открываем крышечку. Еще раз показываем. Монетка. Большая монетка. Ставим на стол бутылочку на эту монетку. Здесь есть монетки внутри? Нет. Нету монетки внутри? Нету нигде? Нет. Монетки в бутылке нет. Здесь она туда протолкнется как-то. Как? Если бы она туда протолкнулась, смотри, вода. Видишь? Опа. Даже вылилась вода. Видишь, вода? Да. Это говорит о том, что здесь дырочки не может быть. Если здесь была бы дырочка, тогда бы здесь стол был бы мокрый, а стол сухой. Все, начинаем? Да. Так. Накроем бутылку. Накрыли. Теперь самое главное – это волшебные слова. Слова для того, чтобы действительно волшебство получилось. Абра, кадабра, били-били-бом. Опа, смотри, здесь даже вещи уже начали летать. Так, волшебство свершись. Раз, два, три. Ну что? Думаешь, получилось? Подожди. Вау, ничего себе! Папа! Ну папа! Ну папа! Я ухожу отсюда! Все. Так смотри, монетка на ней действительно в бутылке? Нет! Как нет, смотри! Никак! Вот она, смотри. Нет. Вот. Не буду. Вот она монетка. Нет, я больше.